Здравствуйте всем! Сегодня у нас 14 августа. 2 года назад вот здесь вот мы убрали все старые деревья. Остался молодняк один только, чернослив. И в прошлом году, конечно, ничего не было. А в этом, я не знаю, видно будет? Нет. Просто небывалый урожай чернослив. Яблоки, кизил, остальное все, груши побил, град. А вот сливы и чернослив не попали под эту раздачу. И в этом году будет столько. Вон ветки как наклонились. Это вот у нас гливы. О, ветка как до самой земли. Бедные веточки, только бы не сломались. Сейчас еще покажу. Столько слив. Это груша. Ну, мало в этом году груши. Совсем мало. Ну, хоть что-то будет покушать и то. Внуку хватит. Да нам чуть-чуть погрызть. Мало груш совсем. Совсем. Насколько в прошлом году кизила было много. В этом году вообще ничего. Да, я его уже и собирать не хочу. Вот яблочки. Яблок тоже не вает, а вот видно бедненькая. Последняя. Не достала до нее града. Эту я не видела, меня как раз дома не было. Это самое первое, самое вкусное яблоки. Вот какая слива. Бедненькая, до самого-самой земли. Опустилась. Ой, сколько. Сколько на ней висит. Она бедная прям. Еще зеленая. Вон там вся поскольку валяется на земле. О-хо-хо. Таким винный запах уже от груш пошел. Портит от груш, говорю, от слив. Вон наклонились как красавица. Ну, со сливами сливы я не буду, а вот с черносливы варить ничего, а вот черносливы сварю варенье. В прошлом году вообще думала, придется ее спиливать, а нет. Ой, ветка сломалась. Ай-яй-яй, вот поломались ветки. Поломалась ветка совсем. Бедненькая ты. Такой урожай невозможно. А наверху крупные какие гливы. Не знаю, вот здесь их называют гливы.